Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова провела выездное совещание с застройщиком на территории микрорайона Одинцово-1. Здесь завершается строительство сразу двух образовательных учреждений – школы на 1160 мест и детского сада на 350 мест. Застройщик уже подготовил извещение об окончании строительства. В ближайшее время пройдет итоговая проверка. А 1 сентября школа и садик откроют свои двери для ребят.